Знакомьтесь, эту обаятельную малышку с большими розовыми бантиками зовут Александра. А для воспитателей просто Сашенька – маленькая, хрупкая девочка. Ей всего 4 года, и в детском доме она недавно. Улыбчивая и спокойная малышка, совершенно не капризная. Она любит проводить все свое время с кубиками и книгами. Она может часами сидеть и кропотливо собирать пазлы и листать любимые сказки. Сашенька – прилежная, спокойная, ласковая девочка. Легко вступает в контакт со сверстниками и взрослыми. С удовольствием и подолгу играет различные виды игрушек. Усидчива при выполнении различных творческих заданий. С увлечением слушает сказки, сама участвует в инсценировках. Саша бывает разной и веселой, и грустной, но чаще сосредоточенной на каком-то деле или игре. С детьми в группе легко находит общий язык, умеет дружить и с легкостью избегает конфликтов. Александра часто с грустью смотрит в окно, внимательно вглядывается в лица прохожих. Девочке как можно скорее нужно оказаться в семье. Ведь только мама и папа могут подарить малышке столько любви, чтобы она выросла уверенной и счастливой. По вопросам устройства Александры в семью обращайтесь в отдел опеки и попечительства, который находится по адресу: улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32-35-36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке Тихоокеанской мостостроительной компании. Наше призвание – строить мосты. Мы помогаем детям обрести семью. Город Уссурийск, улица Попова, 32А. Телефоны 26 41 12 35 39 00.